Твери подвели итоги традиционного ежегодного городского конкурса «Лучшее праздничное оформление витрин к Новому году и Рождеству». Участниками соревнования могли стать как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Победителей среди конкурсантов определяла специальная комиссия. Наша съемочная группа встретилась с одним из призеров соревнования. Специальная конкурсная комиссия оценивала оформление витрин, входов, внутренний интерьер. Баллы выставлялись за оригинальность декорации и использование дополнительных атрибутов по созданию праздничного настроения. Так, в номинации «За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике витрин» стал салон уюта «Занавесочка». Каждый год наш салон радует горожан и гостей города красивыми новогодними витринами. В этот раз мы выбрали сюжет сказки и очень рады, что заняли призовое место в конкурсе оформления новогодних витрин. Будем и дальше стараться радовать жителей нашего города. Красивое оформление необходимо не только для витрин, но и дома. Человек всегда стремится создать вокруг себя уют и ощущение комфорта. Какой бы необычной ни была ваша дизайнерская фантазия, в салоне «Занавесочка» всегда можно найти именно то, о чем мечтали. Для вас занавески, шторы, тюль. Дополнить декор и создать неповторимый интерьер для вашего дома помогут новинки текстильного декора в виде ковров. На 250 квадратных метрах представлены ковры со всего мира. Каждый выполнен из качественных материалов и имеет свою неповторимую изюминку. В начале февраля в салоне уюта «Занавесочка» стартует грандиозная распродажа с большим ассортиментом и низкой ценой. А чтобы порадовать близких и помочь им в создании собственного дизайна, в салоне можно приобрести подарочный сертификат на 3, 5 и 10 тысяч рублей. Добро пожаловать в салон уюта «Занавесочка» по адресу набережная Афанасия Никитина, дом 80.